Березовая роща возле дома номер 2 по улице Ольховой. На выходе из леса стоит беседка, куда все желающие могут прийти и устроить пикник. Но территория превратилась в помойку. Местные жители жалуются, говорят, уберите беседку, пока территория не превратилась в свалку. После себя всегда оставляют вот такую грязь. Эта беседка, она вообще бессмысленна здесь. Она как рассадник грязи. Нам неприятно. Наш лес вообще такой грустный становится после этого. Лучше убрать. Лучше убрать. Категорически мы просим убрать. Понятно, что устраивать пикники и оставлять после себя мусор недобросовестные люди могут в любой части леса. Но, как показала практика, именно данная беседка привлекает любителей отдыха на свежем воздухе, которые не удосуживаются прибраться за собой. Мало того, жители близлежащих домов уже устали от шумных компаний, собирающихся в беседке. Очень часто вызывают сюда полицию, потому что ночью музыку включают очень громко, кричат, постоянно распевают алкогольные напитки спиртные, иногда даже лица без определенного места жительства сюда приходят, когда теплые ночи, они здесь ночуют, естественно, все добро свое, которое они приносят, в частности, в части оставляют его здесь. Если нужно собрать подписи жителей дома 3, я готов этим делом заняться, чтобы эту беседку отсюда ликвидировать, потому что здесь ей не место на самом деле. История у беседки богатая. Несколько лет назад ее уже убирали, также после многочисленных жалоб жителей. Затем поставили снова. Местные в недоумении. Зачем и кто это сделал? Как только исчезла эта беседка, убрали за собой мусор, те, которые убирали эту беседку, и чистота наступила. Здесь перестали люди собираться, и мусор перестал собираться. И как только поставили опять новую беседку, и опять все началось заново. Люди не убирают за собой. Приятно ли другим людям, приходящим сюда отдыхать, вот в этой грязи находиться? Если понадобится, то к инициативе жителей дома номер 3 готов подключиться и второй дом, чтобы собрать еще больше подписей о ликвидации беседки. Помимо этого, люди просят администрацию Ленинского городского округа поставить несколько контейнеров по периметру леса со стороны Ольховой 2. Считают, что это позволит сократить количество мусора в лесу. Иначе, получается, поддерживать чистоту удается только субботниками, которые жители этого района проводят самостоятельно несколько раз за лето. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Евгений Садовский. Видное ТВ.